Баффет сказал, только отлив показывает, кто купался без трусов. Я не оцениваю ни одного инвестора и не считаю успешным, если он не пережил цикл подъем, спад, кризис. И вот пока он не покажет мне показатели на росте и показатели, как он прошел дно, доходность портфеля, я это его не считаю успешным. То есть инвестор должен пройти весь полный цикл. Подъем рынка, спад рынка, дно рынка, восстановление рынка. Пока он это не прошел и не показал мне перформанс своего портфеля, я не считаю его успешным.